К нашему эфиру присоединяется чеченский общественный деятель Муса Ламаев. Муса, рады приветствовать вас. Добрый день. Да, добрый день. Муса, итак, как вам видится вот эта кандидатура Абтела Удинова, которого Кремль, по мнению средств массовой информации, предполагает на главу Чечни? Я никоим образом не вижу Алаутдинова преемником Рамзана Кадырова и новым главой субъекта Российской Федерации. Этому есть много предпосылок. И я уверен, что Алаутдинов получил именно ту должность, на которую его долгое время готовил федеральный центр. Этот человек ушел на федеральный уровень, в систему Российской Федерации, военную систему Российской Федерации, не для того, чтобы его от федерального центра делали главой субъекта Российской Федерации. Ну, фактически, да, он стал как бы главный политрук российской армии, если говорить таким старым советским языком. Вы знаете, политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман считает, что возможны две причины такого назначения, что Кадыров хочет поставить своего человека в Минобороны российском и иметь с этого некую выгоду. Ну и второе, что Кадыров таким образом хочет избавиться от Алаутдинова и пропихнуть его в Москву. Какая из версий вам более приемлема? Никакая версия не приемлема. Это подчеркивает, что человек абсолютно не знаком с внутренней кухней кадыровского режима. Во-первых, Алаутдинов до недавнего, пару лет тому назад, был на волоске от смерти именно от рук Рамзана Кадырова, ввиду того, что он нелицеприятно повел себя в отношении портрета отца Рамзана Кадырова и какое-то время провел в застенках у одного из приближенных Рамзана Кадырова. После этого этот человек ему дали шанс, он заслужил свое прощения, и после этого ему на руку стало то, что началась война в Украине, и этот человек безвылазно находился на линии фронта и делал все для того, чтобы получить какую-то привилегию со стороны федерального центра, которую он и получил на самом деле. Вот, второе. Да, Рамзан Кадыров и его родственники долгое время пытаются на протяжении, можно сказать, 20 лет, пытаются вывести своих приближенных, ну, имеется в виду, по крови родственников, по отцовской линии родственников, вывести на федеральный уровень. Но концентрация кадыровцев на федеральном уровне очень четко регулируется Кремлем. До сих пор это такого единственный, наверное, приближенный кадыровец, который вышел на такой высший уровень, это Делимханов. Других родственников Рамзана Кадырова федеральный центр не приветствует и не хочет видеть в Москве. Знаете, Муса, с вами согласен вот с вашим мнением, что маловероятно эта кандидатура. Абубакар Янгулбаев, правозащитник, который говорит о том, что Алаутдинов не пользуется авторитетом среди самих кадыровцев. Согласны ли вы с этим? Если говорить о кадыровцах, которые с Гудермесского района, с Гудермеса, да, однозначно. Эти кадыровцы абсолютно лояльны всему, что происходит со стороны Рамзана Кадырова. Более того, Алаутдинов, если так взять, можно сказать, самый образованный кадыровец, если так взять, из всей системы вот этой кадыровской, что является оскорбительным, можно сказать, для Рамзана Кадырова, потому что более умнее, чем Рамзан Кадыров, смелее, чем Рамзан Кадыров, выше, чем Рамзан Кадыров, не имеет права никто из кадыровцев быть. А Алаутдинов выделялся на фоне этого как белая ворона. Вот смотрите, ну Кадыров сам понимает, что ему нужен преемник. Ну, судя по всему, этому, так сказать, ну как бы корректнее в эфире, полуживому, да, такому
ходячий труп, эти все его видосики в спортзалах и так далее. То есть готовится к преемнику. Кремль готовится к преемнику. Согласовывают ли они между собой этого преемника? А если нет, не может ли в этом быть какого-то конфликта? На все 100% я уверен, что Кремль не советуется с Рамзаном Кадыровым, потому что Рамзан Кадыров является, как он, по его самому, по его же утверждениям, он является пехотинцем Владимира Путина. Соответственно, он будет делать все то, что ему указывают. Нам известно, что у Рамзана Кадырова есть куратор. Это полномочный представитель по Северному Кавказу. То есть у него, у Рамзана Кадырова, нет прямого контакта с Владимиром Путиным. Является и существует иерархия, которой подвержен Рамзан Кадыров. И когда федеральный центр объявит, что Рамзан Кадыров должен уйти, и на его место должен прийти другой, Рамзан Кадыров, если он к тому моменту будет жив и здоров, будет в числе первых, кто будет показывать, будет помогать и всячески содействовать новому руководителю, которого прислал федеральный центр. Я напомню нашим телезрителям, что по данным издания «Новая газета Европа», смену власти в Чечне администрация Путина начала планировать еще с сентября 2023 года. Якобы это связано с состоянием здоровья 47-летнего Рамзана Кадырова. В январе 2019 года, как пишет газета, у Кадырова диагностировали некроз поджелудочной железы. Весной 2022 его состояние здоровья стало стремительно ухудшаться. В сентябре 2023 года Рамзана Кадырова в тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких, для чего ввели в искусственную кому. Состояние главы Чечни удалось стабилизировать, но результаты обследования его мозга были неутешительны, сообщает «Новая газета Европа». Официальная информация о проблемах со здоровьем у Кадырова не подтверждается. Что будет далее? Это будет раскол еще и в кланах чеченских. Можете ли предположить, во что выльется эта ситуация с намерением Чечни, с намерением Кремля назначить в Чечню своего человека и с возможным конфликтом внутри чеченских кланов? Если даже предполагать, что такое возможно, то тогда мы закладываем в основу, что Рамзан Кадыров действительно является независимой фигурой, у которого есть своя армия, и на территории, на территории подконтрольной Рамзана Кадырова существуют свои особые законы, что не является правдой. Рамзан Кадыров, я еще раз подчеркиваю, является ставленником Кремля, один из губернаторов субъектов Российской Федерации, завоеванных, практически уничтоженной Чечни. Вот. И у него нет своей армии, есть армия Российской Федерации. Каждый боец так называемого Ахмата является военнослужащим Российской Федерации. Соответственно, не наблюдается никакого конфликта, никаких распри, никаких противоречий или что-то в этом роде. И если глава Чечни, сегодняшней Чечни, будет заменен на другого главу, потому что та же самая система, та же самая структура, только глава республики меняется. Вот и все, больше ничего. Единственное, что я вижу, это будут такие... Мы уже наблюдали эти такие попытки, не попытки, а такие, можно сказать, таких перебежчиков со стороны, например, был так называемый командир Сулейми Мадаев со своими братьями, со своим большим таким батальоном, который помог в свое время клану Кадыровых укрепиться, во-первых, в глазах федерального центра укрепиться, как основа структуры, во-вторых, как бы в чеченской среде утвердиться посредством вот этой брутальной, ужасной ужасных варварских действий со стороны ямадаевцев. Тем самым то же самое будет наблюдаться, я уверен, я могу предполагать, что такое же будет наблюдаться, когда смена власти придет, и придет новый глава, все те сегодня приближенные Рамзану Кадырову, которые клянутся в верности, клянутся еще в братовстве на Коране, эти самые люди будут пытаться стоять в числе первых,
кто будут клясться на верность новому руководителю Чечни, потому что эти люди долгое время кормятся за счет федерального центра, выставляя Рамзана Кадырова как валюту, твердую валюту, и получая все преференции со стороны федерального центра. Они захотят продолжить также себя вольготно чувствовать и также получать все преференции со стороны федерального центра. Вот, вот единственное, вот это возможно. А то, что там поднимется бунт, народ поднимется или что-то в этом роде, я, честно говоря, в это мало верю. И спросить любого чеченца, который сегодня занимается той или иной политической деятельностью, он вам подтвердит мои слова. Но, тем не менее, я хочу поговорить именно об этом, услышать еще раз, может быть, в продолжении этой истории, о варианте радикального развития ситуации. Я начну с цитаты, что вероятная смерть Рамзана Кадырова повышает возможность того, что баланс террора на Кавказе будет нарушен, и Кремлю придется вмешаться военным путем. Это цитата издания The Times. Так вот, там отмечают, что Чечня долгое время была костью в горле Москвы, которую удалось успокоить только благодаря сочетанию жестких репрессий, подкупа чеченской элиты. Если попытки назначить нового лидера вызовут раскол в чеченской элите, это, скорее всего, станет не просто политическим, а вооруженным конфликтом. Конец цитаты, подчеркну, это издание The Times. Но если не вооруженный конфликт, то хотя бы из опасения этого конфликта, возможен ли войск, некого контингента войск, российских войск, ну, той же Росгвардии, к примеру, в регион, чтобы, так сказать, сдерживать ситуацию? Или же, как вы говорите, такое априори невозможно? Напомню, что на территории Чечни, в границах Чечни на сегодняшний день находится 150-тысячная группировка российских войск. Это не просто какие-то солдаты, какая-то это армия, у которой есть своя военная техника, есть авиация, есть артиллерия. Со всем вытекающим, там боеспособная армия сегодня находится. И эта армия не позволит ничему такому случиться. И для этого эта армия там и держится. Это первое. Второе. Насчет террора, и вот вы прочитали отрывок издания. 90% террора, который происходил на территории Чечни с момента начала Второй русско-чеченской войны, происходил посредством российских спецслужб и российской армии. Именно они являлись инициаторами вот этого террора для того, чтобы в конечном итоге закрыть и сделать так, вывести на международный уровень этот террор для того, чтобы мировое сообщество забыло, что в 1997 году был подписан мирный договор между Чеченской республикой Ичкерией и Российской Федерацией, Асланом Масхадовым и Борисом Николаевичем Ельциным. Вот чтобы мир забыл про подписание этого мирного договора и признание Чеченской республики Ичкерия как суверенное государство, 90% террора, который происходил на территории Чечни, а потом он вышел за пределы Чечни, происходил в сопредельных республиках, происходил именно со стороны Российской Федерации. Российская Федерация была инициатором этих террористических актов, этих террористических направлений. А если посмотреть еще на ситуацию с той точки зрения, что ФСБ и клан Кадырова, ну, уже легенды ходят о том, насколько они между собой враждуют. Вмешательство спецслужб возможно вот в эту игру с назначением нового главы Чечни? Как вы смотрите на это? Здесь я считаю, что существует конфликт, если он существует между ФСБ и Кадыровым, погони максимально уничтожить чеченский народ, а не потому, что там у кого-то там больше власти или меньше власти. Здесь, я еще раз подчеркиваю, где-то Рамзан Кадыров может сделать послабление, а потом ФСБ об этом узнает, и ФСБ сделает как бы давление на эту сторону, а где-то ФСБ где-то сделает послабление, а Рамзан Кадыров, наоборот, еще сильнее додавит для того, чтобы террор над чеченским народом, он продолжался.
По некоторым данным аналитиков, наблюдателей, от 2 до 4 миллиардов долларов ежегодно такую дань платил Кремль Кадырову за преданность. Вот как вы считаете, ну, уже тоже стало костью в горле, может быть, для некоторых в Кремле. Как вы считаете, в ближайшем окружении Путина кто может претендовать на вот такую дань? Кому она, так сказать, мешает жить? То есть сильнее, чем Кадырова, Кремль никого более не кормит. Ну, кому это, так сказать, уже набило оскомину, как вы считаете? По нашей информации, федеральный центр, можно сказать, с 2000 года и платит около миллиарда рублей каждый день Чечне по сегодняшний день. Я считаю, что ни Путин, ни окружение Путина никоим образом даже не задумывается о том, что вот хватит кормить Чечню, хватит кормить Кадырова и прочего. У них нет такой задачи и цели, что вот им надоело кормить. Наоборот, для того, чтобы удержать Чечню, а потом удержать весь Северный Кавказ, Кремль готов и будет платить все дальше, если надо будет 2 миллиарда будет в день платить. Рублей Чечне для того, чтобы ситуацию сохранить на таком уровне, на котором она сегодня находится. Это залог того, что Северный Кавказ останется в заложниках у Российской Федерации. И тем самым Российская Федерация может свободно идти против всего мира, что она сегодня и делает уже 2 года, третий год уже начался, как она идет против всего мира. Муса, ну, в завершение нашей беседы, ну, если не Алаутдинов, то кто? Вы можете имя назвать? Ну, вот по вашим оценкам, по вашим предположениям. Я считаю, что человек, который будет после Рамзана Кадырова, при условии, что Российская Федерация сохранится и будет в том же составе, в котором сейчас находится, то я считаю, что следующий человек, который будет президентом Чечни, а он будет пришлым. Он будет, скорее всего, даже не жителем Северного Кавказа, он будет какой-нибудь отставной генерал или что-то в этом роде. Потому что это как бы завершающий этап децентрализации и денацификации как Чечни, так и Северного Кавказа. То есть превратить этот регион из особого в обычную какую-нибудь Ивановскую область или что-то в этом роде. Спасибо огромное за ваше мнение. Рады будем видеть вас снова. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Муса Ломаев, чеченский общественный деятель, был на связи с телеканалом Freedom.